Розчаровані та засмучені пішли фанати Бориса Гребенщикова з фестивального причалу 18 червня. Напередодні БГ та його акваріум виступали в Дніпрі з концертом «Двері трави». Мушу сказати, що вони бували в нашому місті і у 80-ті минулого століття. За першої ліпшої нагоди – молоді та веселі. Саме в нас утворилась фан-спільнота, яка намагається не пропускати жодного виступу. І особливо цінує традицію виступати за межами концертних залів. У понеділок вони кинули всі справи та примчали на набережну. Адже під час концерту БГ пообіцяв зіграти ще й просто неба – опівдні на святковому місті набережної. Я раз 30 був на концертах акваріума в своїй житті. Зачем піти? Так, это кайф. Ни одного концерта не пропустил, которые были в городе с 90-го года. С 89-го, когда был первый раз? В 90-м году, в мае месяце, был первый концерт у нас в городе. Почему? Почему не пропустил или почему был в 90-м году? Почему я пропустил? Потому что люблю. Странную любовью. С 82-го года слушаю. Не останавливаюсь. На самом деле не так много людей устраивают такие концерты бесплатно, уличные. Можно только поблагодарить за людей за то, что они готовы дарить людям радость даже бесплатно. То есть это только спасибо сказать можно. Ну и сами они удовольствие получают от этого. Заряжаются несомненно. Энергией. Поэтому взаимная любовь, взаимное удовольствие. Мне кажется, просто человеку до сих пор 16. И ему до сих пор хочется поиграть просто в акустике для людей. И Борис Борисович всегда был таким. Я не думаю, что это имеет отношение к возрасту. Они действительно получают кайф от того, что они делают. Ну и получают обратно от публики какой-то фидбэк. Может быть, просто драйв по кайфу? Я не знаю. Предполагаю, что так. Тебя что цепляет в нем? Да, конкретно в БГ? Ой, меня очень много чего цепляет. Я это не смогу вербализовать, наверное. Думаю, наверное, уличный концерт – это какая-то дань движения вообще. От, як завжди, все було більш доступно, менш пафосно, менш дорого. Да? До речі, Борис Борисович – один із небагатьох митців із Росії, яких жадають бачити в Україні. Але із бонусом цього разу не склалося. Музиканти і техніки вже визвучилися просто неба. Як стало відомо, що головного учасника не буде. Борис Гребенщиков погано почувається, бо спека неможлива, і вирішив не ризикувати здоров'ям перед подальшими концертами. Але ми не можемо позбавити задоволення ще й вас, тому попросили в одеських колег фрагмент відео. 16 червня БГ виступив на майданчику в музеї західного та східного мистецтва. Ох, легко на землі, що в Тибеті, що в царському селі, все похоже, хоча одного. И не могут добиться, и чертят себе круг, и стреляют друзей и подруг, а внутри бьет живая вода. Кто ж мешает добиться никогда от винта, и кругом пустота. Не лечи, не кричи, дескать, твари так мало, но смертям не давать. Так чего здесь скрывать? Продолжи сердцем ног и вперед, вперед под мостом горячка. Собираться нам ехать в Днепр. Ходить, приезжайте в Днепр.